Друзья, приветствую! Сегодня у нас с вами запись очередного обучающего видеоразбора, и мы с вами будем работать над песней «Только раз бывают в жизни встречи». Это романс на музыку Бориса Фомина. Я недавно опубликовал на своем канале видео, где играю эту аранжировку. А сейчас урок, посвященный этой аранжировке. Если вы решите ее разучить, возможно, вам пригодятся какие-то советы из этого видео. Ну, если вы просто обучаетесь игре на гитаре, может быть, какие-то тоже для себя откроете нюансы, которые помогут вам качественнее исполнять те или иные произведения. Не обязательно этот романс. Если вы уже смотрели предыдущее мое видео, где я просто исполняю эту аранжировку, можете немножко перемотать вперед сейчас. Или, если хотите, послушайте, чтобы освежить в памяти мотив. Я сыграю всего один куплет, чтобы было понимание, как эта мелодия звучит. А потом мы с вами уже постараемся остановиться на некоторых основных моментах этого романса, этой аранжировки. И разобрать, как их желательно исполнять, чтобы красиво воспринималась ваша игра на слух. Вот такая у нас аранжировка. Давайте я вначале покажу, как она выглядит. Вот обзорный вариант этой мелодии. Теперь мы с вами немножечко поработаем. Давайте вот так вот сделаем. И я отодвину листочек, даже, знаете, чтобы удобнее было. Мы вот так вот сделаем, я ее приближу. И будем останавливаться на некоторых особо важных местах. Для того, чтобы любую мелодию исполнять интереснее, качественнее, желательно перед самим исполнением немножечко эту мелодию послушать в разных исполнениях. Но здесь есть, с одной стороны, плюс, с другой стороны, минус. Плюс заключается в том, что вы сходу практически сможете схватить основной мотив, и проще вам будет разбирать само переложение. Но и здесь есть опасность того, что вы можете, если слушали чьи-то исполнения, перетянуть стиль другого музыканта, пусть то будет вокалист или инструменталист, на свое исполнение. Когда же вы разучиваете мелодию самостоятельно, вы всегда привносите в нее свою изюминку, то есть играете в своем неповторимом стиле. Некоторые стараются подражать каким-то музыкантам, кто-то играет так, как ему кажется интересным, правильным, то, что у него изнутри идет, и, как правило, такое исполнение, оно более специфическое, иногда сильнее цепляет слух, чем стандартное исполнение. Как нам проще всего разучить мелодию, если вы не хотите разбирать или переносить на свою игру чужой стиль? Мы смотрим на основной мотив. Основной мотив, мы на прошлом с вами видеоразборе, на прошлом уроке говорили, что основная партия, она отличается от остальных партий тем, что штили у нот направлены вверх. Давайте даже, знаете, как мы это сделаем? Мы все-таки вернем полный вид мелодии. И сейчас я подсвечу маркером ноты. Постараемся практически всю мелодию так вот уместить. Я сейчас подсвечу ноты, которые у нас относятся к основной линии. И мы только их с вами сыграем. Вот у нас эти ноты, вот они, вверх штилем. Сейчас я их выделю в табулатуре тоже, вот, для того, чтобы было понимание, какая нота относится к цифре в табулатуре. Но я играю по нотам, и вам тоже очень рекомендую разобраться в нотном стане. Сначала это немножечко сложно.
И это может немножко затормозить процесс освоения игры на гитаре, если сразу изучать ноты и параллельно технически осваивать гитару. Если вы уже знаете ноты, вам намного проще будет. Например, учились на другом музыкальном инструменте, на гитаре, на фортепиано, на скрипке. Вот. Или вы можете по табулатурам научиться играть простенькие мелодии и параллельно подтягивать знания нотной грамоты. Тогда вам проще будет уже переключиться на исполнение музыки по нотам. Хорошо, значит, подсвечиваю я мелодическую линию только в нотах. Вот я сейчас нотки все подсвечу. Видите, я много нот пропускаю. Я подчеркиваю только ноты, которые у нас являются мотивом. И сейчас мы с вами этот мотив сыграем. Вот. Ну, вы можете, если по табам играете, вот так вот сверяться. Да? У нас вот, например, две ноты и две цифры. Если я ноточку сверху подчеркнул, соответственно, эта нота относится к этой цифре. Аналогичная здесь ситуация. Вот эта нота у нас к мотиву относится. Эта ноточка, это вот эти вот здесь, эти. Ну и здесь вот парочку нот, и все. Хорошо. Теперь играю основной мотив. Мы можем как играть, если вы слушали уже мелодию, тогда играем интуитивно. Как получается? 0, раз, 0, или по нотам си, до си. Или если слова знаете, кстати, это еще лучше, потому что если вы знаете текст, пусть даже не дословно, а очень приближенно к самому основному содержанию песни, это поможет вам более выразительно исполнять композицию. Хорошо, играем только мотив, основную мелодию, которая подсвечена у нас желтым цветом, маркером. День и ночь, сердце ласку. И про себя можно напевать или мурлыкать. День и ночь кружится голова, день и ночь рыду дуси, си бемоль дуси, мне звучат фа-фа ми ре диез твои слова. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный зимний вечер мне так хочется любить. Вот видите, мы мотив с вами ведь сыграли. Здесь одну ноточку я не отметил. Что делать, если вы не слышали мелодию или впервые попали вам ноты? Как исполнить правильно мотив, чтобы ноты не были прилеплены друг к другу, например, вот так. Ну и так далее, как бы одна с другой. Или непонятный темп был, например, ди и ночь роняет сердце. Ну, как попало, чтобы ноты не звучали, нам обязательно нужно заучить длительности всех нот. Вот это у нас с вами восьмушки, это четвертная нота с точкой, она длится длиннее, чем предыдущие восьмушки, опять восьмая нота. Это у нас восьмая с точкой нота, это у нас шестнадцатая, вообще самая коротенькая. Вот когда мы играем, очень коротко мы ее играем. Это самая короткая нота во всем произведении, во всей этой песне. Сейчас мы с вами в сольфеджио углубляться не будем, но если вы хотите грамотно исполнять музыку, обязательно нужно разучить длительности, прямо в обязательном порядке. Это поможет вам ориентироваться, какие ноты нужно длиннее играть, какие короче. Более того, вы сможете понимать, какую ноту нужно, например, в басовой партии затянуть, какую, наоборот, можно коротко сыграть. Давайте какой-нибудь там фрагмент возьмем. Ну, например, давайте вот прямо отсюда вот сыграем, значит. Ночь взволнованную сказкой. Вот сказкой, да, у нас, смотрите, если в табулатуру мы смотрим, у нас просто подряд идут ноты. Но если мы посмотрим в нотный стан, мы видим, что здесь у нас вот эта ноточка, она не закрашена. Вот эта пятерка, да? Это значит, давайте мы возьмем так вот зеленым цветом, это у нас басовая нота. Это значит, что мы эту ноту тянем вот до сих пор, целых две доли. Вот эта половинка, она тянется вот до сих пор.
Аналогично у нас половинная ноточка, вот у нас семерка, тоже она тянется вот так вот, тянется до сих пор. Вот она у нас половиночка. До тех пор, пока мы не начинаем эту семерку играть с ноликами. Вот я имею в виду вот эту семерку. Если же вы играете только по табулатуре, вот кто его знает, тянуть ее или не тянуть. Вы, возможно, сыграете ее и сразу звук оборвете. И уже будет мелодия звучать некрасиво. Вот то же самое с этой пятеркой. Сыграли ее, если... давайте покрупнее возьмем. Вот. И сразу же оборвали звучание. Тоже будет некрасиво. Какая-то обрывочная музыка такая будет, как будто заикается. Вот, а зная, что некоторые ноты нужно тянуть, давайте я покажу. Вот эту ноту нужно нам протянуть, вот эту ноту нужно будет протянуть. Здесь мы тянем вот эту четверку и вот эту шестерку, потому что это половинные ноты. Здесь вот эту двойку нужно протянуть, вот она. Здесь эту си ноту протянуть, здесь опять фа диез. И у нас получается, вот сказка играю. Музыка такая связанная получается. А теперь вот послушайте, пожалуйста, я сейчас сыграю, не соблюдая длительности. Просто поиграю прям подряд по ноткам, вот имею в виду, вот так вот я сыграю. Сейчас, секунду. Вот, по табам покажу. Ой, пардон. Сыграю вот эти, потом сразу эту ноту. Ну, прям буду двигаться последовательно, игнорируя длительности. Что у нас получается? Даже у меня не получается. Немножко небрежно получается, потому что где-то нужно снять, где-то снова ее зажать, вместо того, чтобы тянуть ноту. Получаются какие-то дополнительные призвуки возникают, дребезжание, глухие ноты, потому что вечно пальцы прыгают по грифу. А когда мы соблюдаем длительности, даже пальцем комфортнее, без всякой суеты. Зажали, держим. Зажали и держим. Держим, держим. Видите, у нас практически левая рука, вот в этом фрагменте, да, конкретно взятом, она без дополнительной суеты работает. Мы только играем правой рукой, как простое арпеджио. Вот. А если мы будем играть, игнорируя длительности, нам постоянно нужно будет сняли палец, снова поставили, опять сняли, поставили, и игра будет некачественной. Так что страдает качество, если мы игнорируем длительности. Следующий очень важный момент, на который стоит обратить внимание, это счет. Как нам считать? Мы всегда смотрим на размер. Вот это целое деление означает, что у нас в каждом такте должно поместиться 4 доли. То есть мы считаем 1, 2, 3, 4. Вот, чтобы вслух, может быть, не считать, можно работать с метрономом, но для того, чтобы играть с метрономом, нужно уже текст разучить, чтобы метроном не сбивал. Теперь давайте попробуем хотя бы какой-то фрагмент поиграть ровненько под этот счет. Вот мы запускаем 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ну давайте уже до конца доиграем. 1, 2, 3, 4. Так далее. Счет в самом начале, когда вы разбираете произведение, очень важен. Лучше ориентироваться по правильному счету, чем интуитивно догадываться, как, где какую ноточку играть. Следующий очень важный момент, мы с вами об этом тоже говорили уже на предыдущем уроке, когда разбирали «Люди в белых халатах». Для того, чтобы мелодия красиво звучала, мы основной акцент делаем на ноточки, вот они, которые у нас
штилями направлены вверх. Второй голос или вторую партию, там говорят, третью партию, нужно играть значительно мягче, чтобы вот эти ноты второстепенные, вот сейчас я их подчеркну, давайте, чтобы ничего не мешало, только второстепенные нотки подчеркну. Вот эти второстепенные, здесь у нас вот они, вот, 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 вот эти вот ноточки, это второй голос, все это и предыдущее. Здесь у нас вот, даже вот эти можно мягче, кроме вот, поторопился я, вот эти вот прям помягче, эти уже можно погромче. Вот у нас второстепенные ноточки, вот, вот, ну и так далее. Сейчас, чтобы все не отмечать, вот все ноты, которые я сейчас подсветил, их нужно играть на порядок тише. Второй голос обязательно всегда играем мягче. И еще один момент, который я хотел отметить, это обращаем внимание на позиции. Вот смотрите, у нас позиции, они выделены, ну или обозначены римскими цифрами. Вот весь этот фрагмент мы играем на четвертом ладу. Держим бары на четвертой позиции. И играем. Здесь у нас второй лад, вот мы зажали бары, и вот смотрите, до каких пор скобочка длится. Вот у нас два римская, и вот до конца такта у нас длится, даже два такта захватывает скобочка это. Это значит, что мы играем вот на четвертой позиции, бары держим, потом на второй лад переходим. Зажали бары и держим. Держим, пока длится. Держим, держим, держим. И вот когда у нас уже в следующем такте, давайте мы посмотрим на ноты, вот здесь вот в следующем такте, вот здесь вот закрылась бары. Здесь у нас в следующем такте уже барре отсутствует. Вот. Значит, мы можем спокойно убрать. Ну, и играем до тех пор, пока у нас снова не появляется барре. И вот у нас эта скобочка. Вот она, эта скобочка. Говорит о том, что мы с вами держим, держим. И потом снимаем барре. Вот, вот у нас тут на пятом ладу барре. Потом можно будет вот здесь уже убрать. Обращаем внимание на те такты, где есть барре, и прорабатываем отдельно эти такты. И в заключение нашего видео урока, видеоразбора, хочется обратить внимание на самый, я думаю, ну, один из самых важных элементов игры на гитаре, это аппликатура левой руки. Правая тоже важна, но левая важнее, чем правая. Потому что если вы не уверенно или неправильно зажимаете пальцы левой руки, мелодия будет звучать не так качественно, если вы играете правильно. Вот у нас четверка, вот третий лад вроде бы, по идее, можно сыграть третьим пальцем. Но здесь удобнее сыграть четвертым, мы как шахматисты вперед просчитываем несколько ходов, потому что дальше у нас появляется аккорд, и вот здесь, несмотря на то, что у нас будет второй лад, нам удобнее будет зажать безымянным пальцем. Безымянный это третий. Ну, у нас, помните, да, как у гитаристов, указательный это первый палец, вот, средний это второй, получается, безымянный это третий, и мизинец это четвертый. Почему отсчет идет так, 1, 2, 3, 4, потому что большой у нас за грифом, и мы играем только вот этими четырьмя пальцами. Вот, и соблюдая вот грамотно вот эту аппликатуру, вы всегда сможете качественно, красиво, удобно передвигаться по грифу, и даже визуально это будет выглядеть намного более изящнее, чем если бы вы играли, ну, как придется, один раз одним пальцем, второй раз, когда повторяете там другим пальцем, потом опять другим, и так сложнее даже запоминать, заучивать композиции. А когда вы все время одним и тем же пальцем зажимаете ту или иную ноту, тут уже вступает в силу так называемая мышечная память, пальцы сами запоминают, где какую струну на каком ладу нужно зажать, и через какое-то время руки играют, вы можете о своем о чем-то думать, наслаждаться своей игрой, своим исполнением, а руки у вас сами будут играть ту мелодию, которую вы хотите. На этом я думаю, что данный видеоурок мы с вами завершим. Благодарю, что остались со мной до конца, досмотрели это видео.
Буду благодарен за лайки, за комментарии, за подписку. Предлагайте свои мелодии. Может быть, у вас есть какие-то композиции или песни, которые вы хотели бы, чтобы мы в таком варианте с вами разобрали. Обещать не буду, потому что я тоже ограничен во времени. Но если мне какая-то мелодия понравится или есть уже у меня на нее переложение, если я выберу время, я с удовольствием запишу подобный видеоурок. Всего доброго, добра, мира, любви и крепкого здоровья. До новых встреч!